Приветствую вас. Смотрите, я, наверное, скажу вам, что здесь основная идея заключается вот конкретно в том, что вы думаете о девушке, замужней девушке, да? То есть здесь именно вот основной момент заключается в том, что вам что-то нужно, да, чего-то вы хотите от девушки. И, ну, соответственно, имеет смысл просто раскрыть значение для вас, девочки, то есть, что вы думаете о ней, вот, потому что, ну, вряд ли вы просто думаете о ней достаточно, беспредметно, да, я совершенно не думаю, что ваши мысли, они беспримерные. А вот. Я думаю, что ваши мысли имеют какое-то, значит, какое-то основание, да? Какой-то ориентир. Вот. И идея заключается вся именно в том, чтобы вы это раскрыли. Чего конкретно вы хотите? Вот. Что конкретно вам нужно, да? Чего вы желаете для себя? Вот. И раскрыв это, вы сможете понять, какую, значит, психологическую проблему вы решаете, ну или пытаетесь решить. Вот. Я думаю, так. Конечно, полгода срок очень большой, это очевидно, вот. Но ваши желания, именно ваши желания, они как раз таки нуждаются в том, чтобы их раскрыть. Вот. Чтобы это не было, просто вот таким наваждением, да, вот, ну, то, что вы описываете, очень похоже на навязчивые мысли, то, что вы описываете, очень похоже на навязчивые мысли, то, что вы описываете, очень похоже на навязчивые идеи, вот. И, соответственно, с ними, конечно же, имеет смысл поработать, вот. Имеет смысл поработать с вашими желаниями, с тем, что вы хотите через эту девушку для себя получить. Вот. Я думаю, что примерно так. Я думаю, что примерно такая история. Я думаю, что примерно такой момент вам можно раскрыть. Вот. Причины у подобного могут быть разные. Вот, то есть, например, вы
серьезно можете бояться отношений, ну, таких, действительно настоящих отношений, да, вот, отношений, в которых, которые вы, там, скажем, действительно могли бы, грубо говоря, построить, вот. Вы можете действительно этого бояться. Зачастую именно поэтому возникает такая ситуация, что люди выбирают партнеров изначально не свободных, да? Вот, именно по этой причине выбирают таких партнеров. Ну, это происходит, понятное дело, на подсознательном уровне, это, понятное дело, происходит на бессознательном уровне, вот. Также имеет смысл не исключать возможность импринта, то бишь определенного запечатления, при котором вы просто вот увидели человека, о котором, ну, которого хотели, который для вас что это значит, да, вот, и это также очень важно для вас, вот, то есть момент здесь, он вот такой момент. И вопрос, он заключается в том, готовы ли вы, хотите ли вы работать в этом направлении или нет. То есть, хотите ли вы исследовать, изучать себя или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.